Всем привет! В эфире «Карнавальные новости» и с вами снова я, Екатерина Фоминых. Я готова вам рассказать о том, что же нового произошло в торгово-развлекательном центре «Карнавал». Итак, новость номер один. Для всех, кто следит за своим здоровьем и любит насыщенную жизнь, для вас открылся магазин «Казанова». Новость номер два. Для всех девушек и кто любит только натуральные продукты, открылся магазин с огромным выбором органической косметики. Только натурпродукт. Это были карнавальные новости. Следите за событиями. И как бы сказала Елена Малышева, будьте здоровы!